Претензии? Я уточню график, интервал. У вас информация, где интервала нету. По поводу видеосъемки. Я вас готов вас выслушать. Вот, пожалуйста, видеосъемка. Покажите. Хорошо, там в правилах прописано. Правила записаны. Вы знаете информацию по видеосъемке в метро? 2.9. Ну, вы же сами прекрасно понимаете, что это все, ну, правила, это, ну, написано. Видать, изменено расписание, поэтому, наверное, убрали. Я не знаю. Вы же сами прекрасно понимаете, что это написано непонятно кем, по-моему, для кого. Это ничем не подкреплено. Абсолютно. У меня официальный ответ с министерства есть по поводу съемки на общественном месте. Так это... я же вам наоборот, я же вам это и говорю. У меня официально пришел ответ. В Киеве метро уже наказано сотрудница, поэтому... Я в служебное помещение не захожу. Платформа – общественное место. Я же вам за это объясняю. Это Конституция, не закон про информацию. Для кого написано? Ну, вот... Вы имеете на это. Я стоял, просто снимал интервал. Я вам по-нормальному объясняю. Здесь прописано, свыше есть закон про информацию в общественных местах. Может, и законы... Прописано, но у нас... Я вам говорю, я вам привезу запрещено. Завтра распечатанный документ, официальный ответ. Ну, я выполняю все, что тут написано, понимаете? Ну, вот я говорю. Я знаю, как